Доброе утро, наши самые ранние телезрители. Мы продолжаем информационно-развлекательную программу «Наше утро». Здравствуйте, друзья! Сегодня и всегда с вами в студии Кристина Смолина и Максим Синицкий. Кристина, и первый вопрос сразу к тебе. Как ты думаешь, для кого в программе «Наше утро» существует рубрика «Красивые и смелые»? Ну, разумеется, для девушек, которые следят за собой, стараются каждый день отлично выглядеть. Подожди, ты сейчас на себя намекаешь? Ну, в том числе. От выбражуля какая, а? А я вот считаю, что рубрика «Красивые и смелые» существует для настоящих суровых челябинских мужиков. Как же ты пришел к этому выводу? Все просто. Я посмотрел последние два выпуска. Так вот, в первом выпуске я научился, как с помощью только пачки майонеза сделать себе классный завтрак и даже обед. Ну хорошо, во втором? Во втором еще лучше. Я научился, как с помощью бисера для волос сделать себе хорошую блесну на щуку. Ты прям заинтриговал меня. Давайте посмотрим, чему же сегодня нас научит Регина Салыева в своей прекрасной рубрике «Красивые и смелые». Давайте посмотрим по-новому.